Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. С клубничным сортом «Сенсация» отечественные садоводы пока еще толком не познакомились. А все дело в том, что сорт был выведен не так уж и давно, в 2016 году, а у нас появился на рынках в 2017. Но смело можно сказать, что данный сорт может потеснить устоявшихся лидеров в среднеспелом сегменте, а именно «Эльсанту» и «Сонату». Мне очень понравились сами плоды. Они крупные, конической формы и очень глянцевые, когда поспеют. Я как увидела у соседей такую красоту, сразу попросила себе рассаду. Сенсация мое сердце просто покорила. Ее можно есть без остановки, и она будет очень хорошим украшением стола. Вкус не просто сладкий, а с оттенками земляники лесной. Мякоть плотная, откусывать приятно. Собирать ее очень легко, потому что у кустов длинные цветоносы, а ягоды отделяются практически без приложения силы. Также мне понравилось, что ягода долго хранится. Если ее перебрать и положить в холодильник, то они могут пролежать неделю точно, сохраняя товарный вид. И этот сорт не капризный, имеется врожденный иммунитет ко многим болезням, отсюда и урожай всегда хороший. Также я заметила, что именно этот сорт очень любит магний, поэтому поливаю сульфаты магния 2-3 раза за сезон. Если же не дать этого элемента, то листья начинают желтеть. Возможно, в моей земле магния просто недостаточно. Из весенних подкормок любит коровяк и настой трав. Клубничные кусты сильные и раскидистые, не вымерзают зимой, это тоже огромный плюс. Цветоносы хорошо прячутся в густой листве, таким образом происходит защита даже от сильных морозов в условиях безснежья. Сажайте кустики без лишних заморочек, клубника просто прекрасно приживается. И приживаемость, пожалуй, рекордная, лично у меня 100%. Особенных агротехнических ухищрений совсем не потребуется. Достаточно вовремя убирать сорняки, рыхлить, подкармливать и поливать. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!